Детских карт много, а самая выгодная – одна. Бесплатная детская карта Альфа-банка. С ней дети получают до 7 тысяч рублей кэшбэком за покупки и деньгами в играх. Не по-детски выгодно, Альфа-выгодно. Всем привет. Мы гуляем, сходили, нашли тут торговые ряды, другие торговые ряды, кое-что там купили из сувениров, он Юра несет. Немножко взяли на 750. Мы сегодня такие места заняли, чтобы повыше быть. Это подъемка. Иришка, сейчас я пойду. Яхта там, вот эти. Красивая. Рядышком проплывает яхта. Я телефон сделала, чтобы Юра меня поснимал. Так ты зайка, давай скорей. Мы, видишь, в шлепках пошли. Невозможно ходить по песку, он горячий просто. У нас никого на нашем пляже почти нет. Мало народу. Как классно. Медузы. Юра просто увидел, говорит, смотри, здесь медузы лежат. Кто-то вытащил их. Но они уже не живые, я так поняла. Нифига, какие они большие. Просто сказали, осторожнее, здесь их много, потому что они это ужалить же могут. На качеле. Вадимка тоже покачался на этой. Я на этой катерице. У нас здесь вообще почти никого нет. Сейчас покажу. Смотрите, сейчас купались вообще с Вадимкой одни. Или уже ушел? Вообще почти никого нет. Пусто, пусто. Сегодня у нас на обед. Здесь у меня сырный суп. Сухарики еще положила. Ну, так большие. Суп-пюре сырный. Здесь три вида салата с редисочкой, здесь сухарики, помидоры, здесь листья салата, помидоры, бутерброд вот такой. Здесь у нас это курица с сыром, картошка по-деревенски и салат. Это чей салат? Ой, да. А, ты взял, да, салатик еще. Здесь еще что-то. А, свинина у меня с чем-то. Юра, это у тебя что такое? Ладно, все, всем приятного аппетита и шампанского сегодня захотела. Здесь возле бара, посмотрите, всегда фрукты есть. Мы взяли тоже нектаринки, виноград взяли, сливы взяли. Видите, как аппетитненько здесь. Ну, здесь наливает бесплатно. Есть наггетсы и есть сухарики. Это кетчуп взять, водичка. Очень вкусно. Мы взяли тоже вон виноград, сладости домой взяли, и там у нас еще сливы. На
наш вагончик. Вагончик работает. Там выдают, я говорю, да, лимонад, там бутерброды. Сегодня тоже лимонад взяли. Можно здесь взять. У нас еще время 6 часов. 6 часов до ужин. А вагончики, я так поняла, вроде бы до 8 работают. До 8 там. Тоже народу немного, можно и искупнуться, сходить. Мне ушли в игровую комнату, загорали сегодня, поплавали и ушли. Посидели дома и ушли в игровую комнату. Мы с Вадимкой в бассейн ходили, да. Жалко, что нас никто не поснимал, но, наверное, завтра, может быть, пойдем снова в бассейн. Попрошу Юру и Кирилла поснимать. Там, правда, глубоко, там есть детский бассейн, да, с одной стороны, и с другой стороны уже взрослые, там вообще, ну, все сразу глубоко. Я плаваю, но все равно побаиваюсь, держусь за круг. Море сегодня просто, вот видите, утром оно кажется как зеленое, а вот вечером оно такое синее-синее, красивое. У нас машины разъездились. Мы когда приехали, не так часто ездили машины здесь. А сейчас прям по территории, люди ходят, не пляж, но практически. Практически пляж, это видите? Ездят, ездят, туда-сюда. Я показывала вам даже вот в палатках. Мы приехали, они уже были здесь. И мне так интересно, их здесь, им разрешают здесь жить, вообще ничего не платят они здесь. Эти в палатках, у них тут две палатки, они тут одежду развешивают, стирают, да, сушат, кушают, он там как-то снимает или что-то там делает. Да, там кушают, едят, готовят сами, да, снимают тоже. Живут спокойненько. Вешивают одежду, видите, спокойно живут, прям в палатках, приехали с палатками дети, ну, наверное, уже привыкшие все равно, долгие, да? Ну, с семьей, тут много народу их, я смотрю, тут, а где же у них тогда этот, машина их, я что-то не вижу, там, наверное, в кустах где-то, может быть, у них вообще такой, ну, как машина с прицепом, дом на колесах, может быть. Есть, а здесь волны нет даже вообще, так непривычно, в Сочи там волны, а здесь нередко бывает. Детских карт много, а самое выгодное – одна. Бесплатная детская карта Альфа-банка. С ней дети получают до 7 тысяч рублей кэшбэком за покупки и деньгами в играх. Не по-детски выгодно. Альфа выгодно. Пошли погулять. У нас там уборка в номере. Смотрите, у нас там аниматоры. Аквариум занимается. Там просто два человека. Мне никто не хочет там заниматься. Мы пришли отдыхать, наоборот, от людей, от всех. У нас бензин остался, так переливаем. Ребята, мы всей семьей идем в океанариум. В общем, я сегодня по-нарядному оделась, может быть, пофотографируюсь. Кирюшка тоже. Ты с крестиком, да? Где у тебя новый крестик надел? Спрятал. Да, спрятал, молодец, да. Новый крестик с цепочкой надел. А я не стала, у меня там тоже кое-что я купила, я не стала надевать, думаю, там у себя достану, открою. Как бы подарок с собой себе купила, домой себе. Здесь можно, вот ГЕС надела, у меня здесь цепочка ГЕС, серьги ГЕС, браслетик ГЕС. Вот, очень классно. Я и купаться ходила, в этих украшениях ничего не делается. Очень нравятся украшения ГЕС. Но они стоят, конечно, не дешево. Можно за такие деньги, если честно, золото купить, да. В принципе, да. Можно со скидкой, можно и золото купить. Вот погуляем, и путь у нас не близкий. Вот куда мы вчера ходили с Юрой, еще дальше. На два квартала, я так понимаю, мы вчера далеко ходили с Юрой, сегодня еще дальше. Если устану, тут, я думаю, скамейки будут, остановимся. Остановимся, посидим, отдохнем. Это мы опять окольными путями идем. Поэтому у нас, кстати, кто жил рядом с нами в палатках, помните, я рассказывала, семья там жила в палатках, они сегодня уехали, видели, как они собирались. Уехали они, все. Ой, мы гуляем. Посмотрите, тут какие дома.
показываю вам, наверное, все были, все вы бы, все здесь были, наверное, в Анапе, Витязево. Мне кажется, в Анапе тоже такие же дома, как и Витязево, вот такие вот есть с лестницами. Даже эти, наверное, отели, да, ведь? Ну, гостевые дома. Пока не устали. Пойдем нормально. Мы решили пешком, не на такси, погулять, посмотреть все вокруг. Сейчас туда сходим, потом я посмотрю, что еще можно, куда еще можно уговорить, сходить или съездить. Ребята, мы почти дошли. Вот он. Комната страха кто-нибудь хочет? Там вроде садишься и ездишь. Рубашки, футболки, ты хотел посмотреть, нет? Здесь женская вроде бы только. Все, ребята, мы зашли. Здесь, к сожалению, нет сувениров, не продают. Мы хотели еще сувенир купить. Ну ладно, по дороге купим. Все, фотографироваться сказали, можно только без пушки. Но, смотри, зайка, посадили его пираты. Смотри, он его кушает. Пирата доедает. Ой, красота, посмотрите, какие цветные. Ой, ребята, мы зашли в тут парк Византия. Да, вот написано Византия. Сказали, что заходите туда, там погуляйте. Ну, цена, наверное, на карусели отдельно. Да, вот тут карта парка. Ой, за посещение у нас есть. Юр, ой, давайте вот на это проедем и все, и хотите домой, если так. Ой, давайте вот того человечка посмотрим. Где? А вот да? Вот я хочу до нее дойти. Проветриться. Душно. А это комната страха тоже? С человечком. Их здесь много. Шариков нет, ты помнишь, ты играл? Это лабиринт. А, лабиринт. А на этой ты точно не хочешь, да? Лабиринт не напал. Выставка живых. Живых бабочек. Комната смеха. Лабиринт Минотавра. Мы садимся с Юрой вдвоем. Мы сейчас с Юрой будем фотографироваться на самом верху. Там еще дети нас поснимали. Ну вот, погуляли немножко, сходили. Это парк, это да. Океанариум. Конечно, здесь океанариум маленький. По сравнению, если сравнить с Сочи, этот океанариум, там, конечно, больше. Там сувениры можно купить, а здесь нет. Пойдем тогда на улицу, там что-нибудь купим. Я вчера купила немного, еще надо что-нибудь купить. Так, немножко все. Ой, боже мой, теперь я уже скоро орать буду, бояться. Ой, он горе, все видно. Ой, как страшно уже. Я так прижимаюсь к Юре уже. Вон у меня дети мороженое кушают. Кирилл уже взял мороженку. 18+. То есть добавка мне. Сангрия вроде. Так, всем на самом верху. Сейчас будем фотографироваться. На самом верху я назад боюсь поворачиваться, так что вот так поснимаю. Как все видно. Обалдеть. Получается вообще? Да, вокруг все вода, вокруг нас вода. Со всех сторон. Угу. Я на карте видела. Со всех... А наш где отель, Юр? Там. Ты его не видишь отсюда? А вот это не он, вон голубой с белым.
Вон. А, да, вон. Это вон, вон наш отель, вот где мой пальчик. Один он стоит. Вокруг подальше там уже длинный, большой, а он такой узкий один. Вот мы как раз оттуда сюда смотрели, помнишь? И теперь нам видно наш отель. Да, все смотрели, смотрели, говорили, о, качель, вот это вот колесо обзор, туда бы сходить. Вот сходили пешком, пришли, молодцы мы. Погуляли. Спасибо, мам. Пожалуйста. Вон она, эта пузика у нее. Купили ребенку. Черепашку. Рассматривает все. Да, теперь она мир повидает. Черепашка-путешественница. Угу. Есть лягушка-путешественница, есть черепашка. Мы сейчас подумаем, подумаем, может быть, еще мальчика возьмем. Купили девочку. 1000 рублей стоит. И корм взяли. Одна пачка была, одну пачку взяли, нам хватит до дома. Брюсты сказали водичку менять, помыть, через 2 дня мыть, да, сказали? Да. Ну, посмотришь в интернете, да? А как она называется, черепашка там, этот-то? Мы не спросили. Нет, 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 я имею в виду... Они же разные черепашки бывают. У нас завтрак. Сегодня здесь у меня салатик, рыбка, наггетсы, блинчик с мясом, оладьи. Здесь вареная сгущенка, сметанка. Здесь кашка. Кашка и... О, здесь у меня кофе. Всем приятного аппетита. Да, мальчики? Пожалуйста. Мы уже сходили на море. Я там постирала вещи. Нам даже прищепки, кстати, дали. Видите? Ну, это я здесь в номере постирала, купальники. Еще. Прищепки дали. Там мы стирались, ходили, так нам дали прищепки. Сейчас мы пойдем на обед. Сегодня море очень холодное. Вот впервые нам показалось, что море очень холодное. Мы быстренько покупались и пошли домой. Прохладно. Даже Вадим когда залазил, кричал: «Ух!» А бассейн собирались еще, не знаю, пойдем, не пойдем. Ветер у нас, ветер сильный. И когда лазишь из воды, холодно. И залазишь, холодно. Посмотрим, если будет потеплее. Сегодня у нас вообще вот так вот тучи целый день. Завтра обещают, что будет солнышко. Посмотрела погоду, завтра солнышко. Наверное, пойдем загорать на целый день. Все, мы пошли, наверное, кушать. Нам еще несколько дней осталось. И поедем домой, 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 далеко. Останавливаться будем, не знаю, вроде бы собираемся в Волгограде остановиться. А, в Волгограде, да, в Волгограде, не знаю, где-то не сильно далеко. Хотим там пофотографироваться. Все, пойдемте. Вадим Кольчу уже ушел? Папа тоже ушел. Ой, на море действительно холодно. Зачихали уже, пьюшком зачихало. Чихал. Так я номерок не взяла, номерок этот, браслет. У тебя Кирюша есть, да? Мы вышли погулять. Уже, уже квартал прошли, там мини-маркет есть. Ой, смотрите, статуя. У этого отеля. Красиво как тоже сделано. Тык отели находятся. Все, мы уже прошли, здесь ничего и нет, но в этом магазинчике, в принципе, ну, мне кажется, все есть. Мы там сигареты взяли, да, кока-колу, колу или как-то взяли, эти всякие сладости взяли. У нас в отеле именно там шоколад, да, такого нет. Выпечка есть сладкая, такого конфеток нет, нельзя, скучились. Седьмое небо, тоже высокий отель. Там, наверное, на последнем этаже тоже море видно. На карте вот этих еще отелей нет. Ребята, посмотрите, у нас сегодня бургер, это мой, поэтому я его трогаю. Бургер с мясом там, с говядином. Первый раз давали. И еще шашлыки давали. Кирилл с Вадимкой успели себе взять, а мы позже с Юрой сегодня пришли, не успели. Вот такой вот шашлычок. Говядина там? Да. И бургер, очень вкусный бургер. Ну, тут еще крылышки острые, а кролик еще сегодня у нас, да, кролик. Тут салат оливье и типа селедки под шубой, только не селедка под шубой, а консервы под шубой. Очень вкусное все.